Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Чистий лес. Сьогодні у Білорусі тисячі доброахвотників вийшли на допомогу лясгасам. Дари осені і виніки праці. У Гомелі пройшов обласний кірмаш установ адукації. Безпека на дорогах – їх задача. Спецподразділення ДАІ «Маланка» відзначило 20-годовий юбілей. Самые згуртаваные, любящие и творчие. У Калинковичах отбылся финал областного проекта «Семья года». А зараз об гэтым іншым больш подрабязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко повиншавал с надыходящим профессийным святом работников культуры. Культура – это основа самобытности и крыница духовности нации. Она увасабляя уникальные традиции белорусского народа. Ее створальная сила, объядновое громадство, обуджая у людей самые добрые, светлые думки и почутти, говорится у веншаванні. Керавник державы так само отзначил, что Беларусь гонорится своей национальной культурой, якая активно развивается и поступально набывая сусветное признание. Напередодні професійного свята у Белой гостиной Палацу Румянцевых и Паскевичаў собрались те, кто уносит свой уклад у культурное життё нашего региона. Самые выдатные работники культуры из усёй области. Усяго каля 35 человек отримали узнагороды, теплые словы и віншаванні. И такую редкую магчимость быть не за кулисами, а стать галовными героями свята. Дякуючи их праце, Гомельщина заховывая свои традиции, якія идуть с глибини стагоддзя. А наши культурные бренды, нехлюбские рушники, такие фестивали, как Клич Полесья и Сожский карагод, ведают во всем свете. Сёлета, дякуючи своему укладу у культуру региона и краины, Гомельская областная универсальная библиотека имя Ленина и Жлобинский державный историко-краезнавчий музей занесены на областную дошку гонору. Гомельский державный цирк на республиканскую. Каб культурная скарбонка Гомельской области пополнялась, важно своечасово разглядеть зерне таленту, а потом по справедливости гонориться поспехами. Например, навученцы колледжа мастацтва у имя Соколовского безупынно становятся пераможцами белорусских и международных конкурсов и фестивалей. И у гэтым великая заслуга тонко организованной белорусской системы атрымання музычной адукации. Когда встречаешься с людьми из России, например, они говорят, вы знаете, такие замечательные были участники конкурса, и оказывается, что это были наши дети. Гордость просто неимоверная за наше подрастающее поколение, за нашу страну. И понятное дело, что только духовный человек может быть счастлив. Вот до конца счастлив, в полной мере. До інших тем выпуску. Пограничная безпека, як неотъемная частка безпеки национальной. У Мазырском районе прошла нарада по пытаннях реализации у регионе державной пограничной политики. Особливую увагу уделили взаимодействию структур, якія маюць дачынення до этой темы. Ситуация на границе поцікавіўся Олег Сенцероу. Деловая конструктивная размова. Миновито так вызначили формат встречи и удельники. Тем для меркования шмат, тем больше, что охова границы клопот не только пограничников. У зале представники органов улады, силовых ведомств, мытни, лесной господарки, дорожной службы и полесского державных градаций на экологичного заповедника. Сегодня по его территории проходит больше 100 км державной границы. Разом с тем, по причине высоких узровней радиации, на некоторых территориях постоянная присутность пограничников просто немогчима. По культу выкористовываются операционные бригады и фото опаски, что позволяет выявлять порушальников. Але этого недостатково. Вырешать проблему меркуется, перш за все, больше широким укоренением техничных сродков. Наиболее эффективной мерой в охране границы на зараженной местности считаю возведение там инженерных сооружений и заграждений. Инженерное оборудование границы в зоне отселения и отчуждения позволит контролировать состояние границы и будет препятствовать пересечению границы, особенно важный момент, это транспортными средствами, на которых может доставить в нашу страну боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и иные средства террора. Техничным сродкам контролю на границе сегодня надается все больше значная увага. А проча пересовных пунктов у пограничников контролировать завоз на территорию Беларуси радиоактивных речев теперь будут еще и специальные стационарные системы. Зараз их установкой занимается мытный комитет. Это же ведомство укореняет и еще одну систему автоматизованного видеоназирания. Теперь у пунктах пропуска будут иметь всю необходимую информацию еще до того, как автомобиль приедет сюда. Запланированы к реализации в пункте пропуска нового ГУТа. КАП, так называемая автоматизированная система
считывание номеров и внесение ее автоматически в базу данных, которую могут использовать при пропуске товаров и транспортных средств все службы, расположенные в пункте пропуска. Новая и модернизованная зброя, бронежилеты, спецтехника, системы ночного бачення у рамках семинару по питаниях реализации державной пограничной политики его удельникам демонстрирует практически весь арсенал пограничных подразделений. Ситуацию на границе нельзя назвать неспокойной, але спробы провозу на территорию Украины наркотиков, зброї и вибухових речей не спиняются. Серед порушальников законодавства так само нелегальные мигранты и громадяне соседних країн, которые занимаются контрабандой от перевозки цигарет до несанкционированного сбора грибов и дикорослых яр. Бронированная разведывально-дозорная машина, хуткость по шаши каля 100 км в годину. Сбегать от ее увогуле немагчимо, бо тут есть еще и два кулемета с дальностью стрельбы до 2 км. Хоть и человечий фактор своего уплыва не страчивая, за 9 месяцев этого года пограничники, мытники и представники силовых ведомств провели на границе больше 100 суместных специальных операций, подчас каких только товаров конфисковано амаль на 3 миллиона рублей. Хоть тут есть над чем працевать, уже 5 годов денежут республиканские и региональные координационные советы. Але непорозумения помеж ведомствами, которые вершают огульную задачу, все еще возникают. Подчас нарады у Мазари об этом казали так само. Существует ведомственная разобщенность. Каждое ведомство варится в собственном соку. Каждое ведомство внутри себя эти проблемы таит, не понимая о том, что если мы сообща вместе будем решать проблемы, то даже, правильно было сказано, даже невыполнимые задачи можно выполнять. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район. Сегодня у Беларуси отбылась республиканская экологичная акция «Чистый лес». С энтузиазмом ее подтримали и на Гомельщине. Захопивши с собой пальчатки и пакеты, доброохотники выехали на природу зусім не за отпочинком. Наша здымочная бригада так само оказалась у их лику. Экологічная акція «Чистий лес» – справа традиційна. Штогод я назбираю ентузіастів, каб очистити легкі планети від сміття. Сьогодні у генеральної уборки лісу у пригородних масівах Гомеля каля жилого комплексу «Сонячний» були задійничені каля 200 чоловік. Тут акція охопила амаль 40 гектарів макеївського лісництва. Її самими активними удільниками стали супрацовники Гомельського державного витворчого лісогосподарчого об'єднання, обласного комітету природних ресурсів і охови навокольного осяроддя, а так само студенти навчального установ. Працевать усім пришлось немало. К сожалению, сколько мусора вокруг города Гомеля. Только вот вдоль шоссе. Далеко мы не ходили, еще вовнутрь. А дальше еще глубже, еще очень много мусора. На прошлый год вывезли 4 телеги мусора. Сегодня, я думаю, будет не меньше. Эта акция проходит во всех лесхозах, во всех районах нашей области. Мы призываем всех, и они откликаются. Спасибо им за участие. Природа и свежее поветра – лепший отпочинок, однако довольно часто до его люди ставятся зусім безотказно. Побач с древами вырастают кучи смети. Пустые банки, бутельки, полиэтиленовые пакеты, битое шкло, сношенная автомобильная гума. Это далеко не весь список того, что достается природе у подяку за добрый отпочинок. Контейнеры для сбору смети, экологичные баннеры, которые закликают громадян бережливо ставиться до лесу, на жаль, далеко не завсёды доходят до своих адресатов. Сбор вот этих вот особенно пластиковых отходов, они разлагаются в природе более 100 лет. Поэтому вот если соберутся сегодня кубов 500 в целом по области отходов, представляете, насколько станет чище наш лес. Лес посещает все население, поэтому там чисто, где не сырят. Республиканская экологичная акция «Чистый лес» – это спроба покинуть як мага больш убраную территорию. И надея, что такое она застанется на максимально долгий термин. Заховывающий лес мы заховываем будущую. Тому, отпочиваючи на природе, каждый повинен не забывать прибирать за собой. Так и человеку працы будет меньше. И природа обовязково будет удячна. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сельскохозяйственная продукция, споживецкие товары и выробы народных промыслов. У Гомелі сегодня прошел областный кермаш установ профессийно-техничной и средней специальной адукации региона. Традиционное мероприемство ладится раз на год. Установы профессийно-техничной и средней специальной адукации показывают то, над чем навученцы и выкладчики працавали у минулым навучальным годе, а так само летом. На площади Паустання, Гандре, Ідзе Бойка. Городнина, садовина и саженцы – усё
гэта вырашчана на вучэбных участках, без выкарыстання хімікатаў і па сучасных тэхналогіях. Так што ў якасці прадукцыі можна быць упэўненым. Гамельчане згаджаюцца рублём, набываючы сельгаспрадукцыю. Шырока прадстаўлены і нехарчовыя тавары. Усё, дарэчы, аўтарская работа. Толькі гандлем не абмяжоўваюцца. Конкурсы, латарэі і насычаная забаўляльная праграма. Усё для таго, каб гамельчане не спяшаліся пакідаць кірмаш. Я считаю, что ярмарки, которые организуют учреждения профессионально-технического образования, самые лучшие, самые позитивные, веселые, крутые, потому что люди неравнодушные и хотят, чтобы гамельчанам было хорошо. Это является не только подведением итога, что мы сделали за лето, как поработали, какую продукцию вырастили, что сделали в наших мастерских. Но это своеобразная реклама учреждений профессионально-технического образования и средних специальных учебных заведений Гомельской области. Население очень ждет такой ярмарки, потому что она всегда проходит весело, красиво, активно. И самое главное, что продукция, которая выращена в учреждениях профессионально-технического образования, раскупается мгновенно. Міжраённы аддзел аператыўнага рэагавання і вышуку абласной дзяржаўтаінспекцыі, больш вядомы як спецпадраздзяленне «Маланка», адзначыў сваё 20-годдзе. На юбілей запрасілі яго дзеячых супрацоўнікаў і ветэранаў службы. Асноўныя мэты і задачы службовай дзейнасці спецпадраздзялення «Маланка» – спыненне грубых парушэнняў, якія ўплываюць на бяспеку дарожнага руху. Яны забяспечваюць аховы грамадскага парадку, абарону дзяржаўнай мяжы сумесна з пагранкамітэтам і ваеннаслужачымі. А таксама раскрыццё ДТЗ і злачынстваў. Так, сёлета на рахунку спецпадраздзялення «Маланка» 6 раскрытых злачынстваў па лініі наркаканатролю, браканьерства і крымінальнага вышуку. Затрымана больш як 100 тонн лому чорнага металу, які спрабавалі незаконна вывезці. Падчас урачыстага мерапрыемства за шматгадовую службу і добрасумленнае выкананне сваіх службовых абавязкаў дзеючыя супрацоўнікі і ветэраны спецпадраздзялення атрымалі ганаровыя граматы, падзякі, нагрудныя знакі і памятныя падарункі. Яны паабяцалі і далей годна стаяць на варце грамадскага парадку і бяспекі дарожнага руху, аператыўна і якасна вырашаць працоўныя задачы. Я лично ад сябе хачу паздравіць весь свой лічны состав ветэранаў, пажелаць ім крепкага здароўя, благополучия в сям'і, успеху в аператыўна-служебнай дзейнасці, крепкага здароўя, ещё раз успехаў везде і во всём. Сям'я – гэта каханне, павага і штодзённая праца. У Калінкавічах прайшоў абласны фестываль «Сям'я года». Асноўная мэта праекта – папулярызацыя сямейных каштоўнасцяў. З конкурсантамі пазнаёміліся корэспандэнты тэлеканала «Мазыр». Сям'і Наталі Александра Петрушко ўжо 20 гадоў. А ось іх галоўнае багацце, сэнс і гонар – 6 дзяцей. Шмадзетная сям'я Скалінкавіч атрымала перамогу ў абласным конкурсе. Кажуць, не рыхтаваліся, просто паказалі свае звычайнае жыццё. То, што мы видзім у конкурсе, это просто наша жизнь. Это не сценарий, это не наработка. То, чем мы занимаемся в жизни, то, в принципе, здесь и показали. А нас так увидели и... Па словах арганізатараў, кожная сям'я фіналістка цікава па-свойму, аб'ядноўвае прэтэндэнтаў на перамогу, насычанае сямейнае жыццё, у якім ёсць месца і працы, выхаванню дзяцей і разнастайнаму, сумеснаму, вольнаму часу. Сегодня, глядя в эти глаза, ясные глаза детей, сам по неволе испытываю чувство гордости, потому что им интересно, они их заинтересовали, они нашли вот эту форму, как участвовать. Значит, эта семья работает каждый день, и они работают на то, чтобы было комфортно детям, и чтобы дети развивались, и дети учились. Ведь не зря говорят, никакие институты не заменят родительского авторитета. Як пісаў класік, няшчасная кожная сям'я па-свойму, а ось шчасце ва ўсіх аднолькавае. І на сцэне яркі таму доказ. Тут і спявалі, і танцавалі, і дэкламавалі, і нават паказвалі прыёмы з тэквандо. І рабілі гэта абсалютна шчаслівыя людзі, для якіх галоўнае багацце – гэта сям'я. Я, как женщина и как мать, всегда со слезами, можно сказать, радости на глазах смотрю, как эти милые дети, вот какие прекрасные родители, мамы, папы. И понимаю, что сегодня полная семья, наверное, это самое главное, что должно быть в нашей жизни. Дети – это наши цветы, а родители должны во всем им быть примером. И этот фестиваль это вполне уже доказал. У наступным годзе ў конкурсу абавязкова будзе працяг. Арганізатары ўпэўнены, сваім шчасцем трэба дзяліцца з іншымі, каб шчаслівых і моцных сем'яў было больш. Святлана Грудзькова, Часлаў Прыпісноў, тэлеканал «Мазыр», спецыяльна для тэлерадыёкампаніі «Гомель».
Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенка. Плённых вам выхадных дзён і да новых сустрэч у эфіры.